Огромного кита выбросило на берег на Камчатке. Тушу обнаружили местные жители на пляже неподалеку от города Петропавловск-Камчатский. Эти кадры нам прислал гражданский репортер через мобильное приложение LifeCor. На них видно, что кит огромный. Его длина, говорят, по меньшей мере метров 15. И, как рассказал Life-очевидец, скорее всего, гигант погиб задолго до того, как оказался на берегу. И, вполне возможно, его носило течением по всему Тихому океану. Экологи же считают, что точную причину смерти смогут назвать только природоохранные органы. И они выдвигают несколько версий случившегося. В принципе, выбросы китов на берег, собственно, других млекопитающих, водных млекопитающих происходят очень часто. Причины разные. Я так для себя понимаю, что причин могло быть несколько, там, да, вплоть там, да, вот, незаконного промысла, вплоть и до там, разного рода воздействия на данных млекопитающих. Вы знаете, что они очень чувствительны, например, к военным сонарам, они чувствительны к шуму, вот, и выбросы китов на берег происходят. Кстати говоря, они, естественно, не только в России, да, они происходят по всему миру. Для членов, допустим, там, для членов сообщества, в том числе научного сообщества, ну, в какой-то степени это является загадкой, почему это происходит. До сих пор не установлены окончательные причины